Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Сибирь. Сегодня будем играть с аккаунта подписчика «Быстрый драфт». По просьбе подписчика, так скажем. У нас «Быстрый драфт», насколько я помню, вот он, «Полночная охота». Ну и давайте попробуем. Но вы пока подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте комментарий. И сразу увидим какого-то жирного чувака. Я не помню, что он делает. За 6 маны 6-6 полет, прибыльный удар. Уже очень круто. Пожертвуйте другое существо. Свой игрок скручивает 3 карты. Забудьте одну жизнь. Добавьте бесцветную мантру. Эти манты только на разыгрывание заклинания из вашего кладбища. Очень крутой чувак. За 6 маны 6-6 полет над прибыльным ударом. Больше ему и не надо, в принципе. Давайте возьмем его. Так. Дальше. Вообще черно-белый цвет в этом сочетании и черно-красный недостаточно сильные. Тут у нас есть игра с огнем, в принципе, неплохой ремувальчик. Есть разбойница, она получает плюс 1, плюс 0 и первый удар. Создание дня, о, она очень вообще крутая, давайте ее возьмем. Будем играть в черно-красном сочетании. Черно-красная игра нас ожидает. Так, во-первых, есть такой, угроза создания дня. Вообще тоже очень хороший. Есть такой с угрозой создания дня, который стреляет, тоже неплохой. Есть зомбарик, который делает зомбарика. Тоже неплохо, в принципе. И у него еще и достач. Давайте такого возьмем с достачем. Я готов пойти на это. Еще один хромоногий зомби нас ждет. Плюс есть плюс 2, минус 2. Ремувальчик такой, типа. Так. Если идет ваш ход, то пробивной удар. В противном случае первый удар. Угу. Комбо-трик. Либо ремувальчик, либо еще один зомби. Давайте возьмем точечный ремувальчик. Нормальный такой. Так, вот этот чувак очень проблематичный. Потому что, ну, он, во-первых, держит игру. Во-вторых, никто не хочет никогда под него в блок вставать. Я его возьму. Он действительно... Оппоненту с ним проблематично. Так. Надо уменьшиться контроль вампира. Остановить повреждение самому существу. Возьмите карту. Что за ерунда? Нет, это мне не нравится. Мне не нравится. Добор бы я еще взял. Тем более, что он на скорости инстант. Давайте возьму добор, наверное. Так. У нас есть чувак за 5 маны. И запретить 2. Угроза. В принципе, нормально. Сбрасывает 2 карты, создаем 1 фишку. Это возвращает карту существа из кладбища в руку. Тоже, кстати, неплохо. Тут у нас что? Фибрики карты артефакта с малостоимостью. Давайте такого. Так, вот это вообще классно. Каждый раз, когда другое существо умирает, мы накопим жетончик. Когда зачарованный перманент умирает, посмотрим их весь карт и одну из этих карт в руку. Неплохо, нам это подходит. Очень даже подходит некросинтез. Этот будет нам делать токенов. Ой, тут прямо есть что повыбирать. Прибыльный удар. Если оппонент терял жизни. Либо такая вот. Которая будет добирать карту. Давайте такую возьмем, которая будет карту добирать. Не более, это второй дроп. Мы, в принципе, пока что во втором дропе немножечко даже, как сказать, лишены. Ну, давайте комбо-трик возьмем, ничего страшного. Давайте комбо-трик возьмем. Если что, мы сами можем что-нибудь, да, поубирать с руки, правильно? Так, ну тут вон, дикий добор, он нам не в цвет. Его мы брать не будем. И с ускорением созданием дня, да, его мы возьмем по-любому. Есть ремувал. Стоит задуматься, что у нас по пятым дропам. Только одно чудище. Пока что. Хулиганка. Разбойница. Блин, хочется мне ремувал взять и его взять. И то мне хочется, ребят. Я ремувал возьму. Ремувал, он всегда надежный. Ну, то всегда можно что-то сыграть. Так, тут тоже есть ремувальчик. Тут у нас что? Либо +2/+2, либо уничтожаем артефакт. 3/2, пробивной удар. И создание дня, да? Карту из вашего кладбища в вашу руку. А что у нас такого есть? Пока что ничего особо нету. Ха-ха-ха.
либо такой вот ремувал. Давайте ремувал возьмем. Ремувал — это всегда круто. Так. Ого, это тап. Ну давайте второй дроп. Нормальный. Спим, можно играть. Так. 4-3, когда выходит, добавляет ману. 4 маны. Я бы лучше дебри бы взял здесь, если честно. Ладно, давайте, это 4 маны, 4-3, нормально. О, вот это классное. Вот это классное, вот это ничего такое. Это вообще просто, по-моему, 5 дамагов. Ага, на инстанте, кстати. Да, давайте ремувал. Давайте ремувал. У нас что за 3 маны, 2-3, каждый раз, когда разыгрываете. Получается плюс 1, плюс 1. И создание дня, да? 3 маны. Да, давайте возьмем, ничего страшного. Так. Вампиресса. Который First Strike. Мне она, кстати, нравится. Целевое существование не может блокировать. Пу-пу-пу-пу-пу. Я вот эту возьму. Она лучше, на мой взгляд. Ой, хорошая, хорошая, хорошая. Так. А у нас вообще вампиры-то есть? Что у нас есть? Зомбарь. Непонятно. Так. Человек. Зомби. Ха. Так, раз вампир. Зомби. Человек-шаман. Два вампир. Три вампир. Человек. Зомби. Нам она не нужна, получается. Так. Возьмем с пробивным ударом. Может даже такую одну, пусть будет. О! Она до нас дошла, представляете? С ускорением. Вообще шикарно. Так, ну еще одну такую. В всякий случай. В любом случае, у нас есть от чего избавляться, чего убирать сайт. Правильно. Это по-любому в сайт. Такой даже в мейн пойдет. Он же неплохой. Уху-ху-ху-ху. Какая няшечка, смотрите-ка. Ну, нам он не в цвет, к сожалению. К сожалению. Вот удар. Три дамага. Это нам больше, да? Вот это, в принципе, неплохая такая карточка для драфта. Она особенно неплохая. Потому что это лайфлинк, хоста и флешбэк. И пробивной удар еще. Давайте возьмем. Только не сюда. А в мейн. Так. 5 ман. Создайте одну фишку. Существа красный элементарь с пробивным ударом. Способность силоса. Количество карт вашего социального заклинания на вашем кладбище. Угу. И что, мы большого типа сможем создать? Я не думаю. Я вот это возьму. У него он как две фишки тамбарей делает. Он намного лучше. Прям сильно лучше. Так. Ну, либо тапок, либо комбат-трик тут только нам. Давайте тапка возьмем. Тут я даже не знаю. Только атакующему существу. Ну, давайте так. А, еще одна такая, нифига себе. Тут у нас что? Тут двух речь не могут блокировать. Спорная карта. Тут дискард, да, и волчок. Тут волчок лучше. Как бы 100 пудов не может блокировать тогда. Вот эту я хотел. Это я прям хотел. Тут у нас что? Сбросьте карту, возьмите две карты и флешбэк. Я не думаю, что она нужна. Серебряный болт можно, типа можно положить. Вервольфа, по-моему, он убивает на повал, да, если я не ошибаюсь? Ну-ка. Да, если вервольфа, то на повал. Так, ну тут нам уже ничего не надо на самом-то деле. У нас уже такой перебор в колоде всего. Сейчас столько будем убирать из колоды, что нам, в принципе, больше ничего и не нужно.
Прямо я не думал, что мы сейчас что-нибудь такое вах поднимем. Давайте смотреть, давайте собирать кого-то, друзья. Черно-красная игра у нас получается. С кучей ремувала, это вообще отлично. С зомбариками, которых мы можем жертвовать, это еще лучше. О, 10 карт целых надо убрать. 10 карт. Ну, есть чем разгуляться, да, есть где разгуляться. Так. Всесожжение одно по-любому. Комбат-трики, вот насколько я не люблю комбат-трики, всякие разные, вообще просто. Так. Налетчик. Одна такая. Ну, добор уберем, наверное, да? Вот эту, наверное, все-таки уберем. Нафиг ее. Так. Вот эту тогда двух сразу уберем. Насчет этой не знаю. Ну, пусть будет. Ладно, одна штука. Так. Орда. Ускорение создания дня. Так. Может, вампирессу убрать. И добор. Давайте добор уберем. Пробивной удар. В принципе, неплохо. Если понятно, нечего сыграть. Или нам нечего сыграть. У нас всегда что будет сыграть. И уберем его. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну и может, в принципе, воссоединение. Давайте воссоединение уберем. Попробуем так. Попробуем. Ну а вы, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки и оставляйте комментарии. Это очень важно для развития канала. Также вы можете помочь каналу материально. Ссылочки на донат, на возможности донатить будут в описании к ролику. Там, во-первых, есть прямой номер банковской карты. Обязательно только подписывайтесь, если будете приходить за что и кто, чтобы я мог вас поблагодарить в следующем ролике, как я сейчас благодарю человека с аккаунта, которого я играю. Виталя, спасибо тебе большое. Либо же там есть прямо ссылка на сервис донатов, он русский, поэтому... Ну, там можно и через всякие киви и не киви, и все подряд. Так, ну что... Первый ход давайте оставим, в принципе, вообще неплохая рука. Извините, ребята, мой голос, я тут 2 недели прокашливаю, теперь вот восстанавливаюсь. Все, еще достаточно кашель остался. Так, давайте. Болото. Ходи. Угу. Гора, давайте. Начинающая оккультистка. Ходи. Сейчас что-нибудь будет со второй задницей, то, в принципе, можем это убить. Правильно? Нам главное сейчас подробовать 2 земли желательно. Тогда вообще просто шоколад. Что-то наш оппонент завизгит. Чувак с мигом. Вау, чувак с мигом. Есть земля. Это хорошо. Давайте убьем чувака с мигом. Кто он умеет в атаку ходить. Атака. Ходи. Бля. Земля. Неужели убьет? А, сбрасывает 2 карты, да? Ох. Блин, не знаешь, что сбросить-то. Не знаешь, что сбросить-то. Так, давайте так. Видимо, придется. Может, нас сейчас вообще проключится очень жестко, но надеюсь, что нет. Прокрючит. Ну ладно. Нет, а так ходи. Не буду ходить в атаку. Я лучше сдамся. Хотя смысла сдаваться не вижу. Тут только когда человек дохнет, братан. По-моему, по твоим контролем, да. А нет. Любое существо. Ну ладно. О, убили. Убили, мы подрывались. Пузырь хит. Да. Да-да-да. Да-да-да. Угу. Все-таки не надо было мне земли лишаться. Вот. Ходи.
Надо тяжело было выбрать, что искартить. С этим остались, он вообще же классный. Он нам прям в тему. Если его поставим, то за этого вообще в легкую поставим. С угрозой 7-6. Да. Два дамага. Еще одна толпа. Хорошо. Пойти в атаку. Атака. Ага. Еще не такой же. Подозрительный странник. Ходи. Фу, сколько поинтаж флудит. Ой-ой-ой. Да. Клевая. Клевая, ага. Это прям вообще ГГ. Можно, может быть, спокойно. Это может быть спокойно ГГ. Не краснится еще на нее, да. А может и не ГГ. Сейчас посмотрим. Не, нифига, да? Ладно. Это такой. Давайте. Далее. Атака в 7. На 4. А, блин, такие кричи терять неохота. Не хочу чувствовать блок, да? Ну, я хочу чувствовать блок. Ага, она бы, кстати, могла себе даже протекшн сейчас дать, ну ладно. Давайте разбойница зубастого клинка. И ходи. И еще добор. Много добора. Много, много боли. Много боли, много добора. Окей. И выхода нет. Сбросим две карты, да. Этот у нас 3-4 просто. А этот с угрозой. Ладно, давайте так. Или нет. Давайте все-таки вот так. Угу. Много добора, много дискарта. Оппонент. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Так, мы сейчас можем. В принципе, что мы можем? Мы можем сейчас. Это дать first strike, во-первых. Теперь мы можем это зайти. Забросить землю. Давайте тогда мы сейчас просто пойдем в атаку. Всеми. Этому можем дать запросто first strike, правильно? Правильно. Для нас он не составит никакой проблемы. Сюда встал блок. Можем не давать. Да, давайте так вот именно. Пин в 5. Конечно. Давайте. Такая. Добавили 3 маны. Давайте ее активируем. Сбросим карту. Конец хода. Земля. Злодей. Чё он там? Подождите. Становится заблокированным. Я тебя понял, злодей. Я тебя понял, злодей. И не краснит сюда, да. Давайте в блок, не хочу дамага терять. Ну, получается, 3 блокера. Блин, не очень хороший там, да, конечно. Давайте. Далее. Нет атак. Конец хода.
Бас. Ох, сейчас сходим в атаку нормально. Ох, сейчас сходим в атаку хорошую. Мой ход. Ху-ху-ху. Ну, выиграли. Так и всеми. Он не может досадить сейчас протекшн. Что у всех одинаковая сила. Ну вот этих как минимум угроза. По них надо двумя вставать. Правильно, правильно. Сюда встал. Сюда встал. А все. А угроза, извините, нельзя. Нет. Нельзя. Все. Да. Отлично. Отличненько, ребята. Первая каточка за нами. Это просто волшебно. Я очень этому рад. Безумно рад. Так, давайте следующую. Неплохую колоду мы собрали все-таки в итоге. Хоть нас мощно дискартили. Прям вообще и я совершил ошибку, дискартив землю. Тем не менее, даже в таких условиях колода затащила. Давайте следующую. Давайте следующую. Ну а вы пока, друзья, подпишитесь на канал, поставьте наш лайк и оставьте комментарий. Буду вам очень признателен. А также не забывайте про колокольчик. Если вы его нажмете, то ролик новый не пропустите. Да и канал в развитии очень сильно поможете. Так, что-то очень долго ищется наш оппонент. Не очень популярный формат драфта. Тем более, что сегодня... Сет для драфта. Тем более, что сегодня вышла эта дурацкая новая алхимия, которую я терпеть не могу. Потому что, ну, фановый сет. На самом деле, тут мнение разделяется. Кто-то его очень любит, кто-то не любит. Я не люблю. Знаете почему? Потому что по алхимии никогда не будет никакого серьезного турнира. Никогда не будет чемпионата мира по алхимии. Никогда. Поэтому это не серьезно играть. Серьезно. Это только чтобы для расслабона. Почилить чуть-чуть, это, расслабиться. Тогда да. Вот тогда в таком случае нормально. Ага. Давайте. Земля ход. Да? Вот, скорее всего, он сейчас предложит что-то типа такого, да, зомбариков. Так и думал почему-то. Так, давайте земля. Давайте волчара. И ход. Ему нужен там для активации? Нет, не нужен. Сюда встанем. Угу. Активировался, да, пожертвовал. Хит с него. Сюда. Да, на 4. Прекрасно. Давайте, токенчик. Все в атаку. Давайте такое. Пожертвуем существо, по-любому. Убьем. Этого пожертвуем. И ходи. Сейчас нам нужна земля. Хотя, мы еще можем ход без земли пожить, да? Такой. Так. Давайте мы тоже такой, в свою очередь, забацаем. Нет, а так ходи. Нам нужна сейчас земля очень. Даже лучше две, а лучше и три. Заступник. Ой, вот это опасно. И пастушка, что она делает? Ага. Что делает? Так. Так. Давайте далее. Давайте атака всеми. Попробуем развести его. Три карты на его три карты, так скажем. Сюда встал блок. Ну, ладно. Убьем. Он меня напрягает. Чпеньк. Все, нету. Ходи. Угу. Ну, логично. Говорит, логично. И так на 4, наверное. Или нет? Так на 4 или нет?
А, на 3. Ну да, на 3, ладно. Так, ну. Давайте далее, давайте, в принципе, в атаку. Я не против летуна убить. А он вообще будет тапать, окей. Понял. Странник еще нет. Ходи. Где земля? Где земля, спрашивается, ё-моё. А где моя земля? Так, мне хочется вот этого поставить, потом вот этого, потом это. Давайте, давайте три земли стоп-дека, а? Арена. Подсоби, давай. Три земли стоп-дека мне. Пошел в атаку на 2. 3 на 5 в сумме, да. Ну, естественно, не могу ничего сделать. Земли-то нету, что я сделаю? Ничего не сделаю. Правильно, правильно. Вот этот бы был вообще в тему. Видимо, в атаку. А, не, надо, надо, надо. Надо нам что-нибудь это. Он сбивает следующий ход, нет? Слушайте, он нас убивает, походу. Тогда атакующих не будет. Наверное. Нет, а так. Да, просто вот такого воткнем. Хочу. Иначе мы слили. Мы слили. Давайте следующую. Хорошая колода. Хорошо собрал, чувак. Не спорю. Очень хорошо собрался. Ну еще. Надо учиться. Сколько ходов мы просидели, блин, на 3 землях. Это же просто... криминально как-то. Наверное, не знаю. Давайте следующую. Непорядочно, как минимум. Со стороны арены. Ну, это мое проклятие. Проклятие арены. Я уже давно смирился с тем, что меня крючит, когда я записываю ролики. Когда не записываю, почему-то особо не крючит. Ну, хотя покрюкивает, но значительно реже. Ну, это прямо моя тема, моя фишка. Да. Так. Погнали. Ага. Да? Нормально. Пока нормально. 3 земли, стартовая рука, это просто идеально. По землям именно. Что там будет дальше, никто не знает. Ходи. Земля. Пыриный процесс. Да? Да. Вот теперь уже можно начинать землю раздавать. Или пока еще нельзя. Этого я не хочу, вот этих хочу. Этих я прям хочу. Но... но у арены, видимо, другие планы. Наверное. Ну, посмотрим сейчас, не будем еще загадывать. Нужна земля. Ой. Подожди, почему минус 9, минус 9? А, если ночь, то минус, понял. Понял, понял. Ну, давайте. Налетчик. И ход. Да. Не нужно мне твое рассмотрение, это хочу почитать. Каждый раз, когда одно не являющееся физическим существом умирает, один раз уход. Ремуал ему нужно не слабо, да? Да, на 2. Нет блоков, естественно. Какие блоки? И подрос. А, заставить меня сбросить. Окей. Без проблем. Вообще. Так, а что у нас есть? У нас же что-то есть. Далее. Атака. Давайте выползти. Берем такую. Подтвердить 0. И ее в игру. И ход. Так. А я не понял, почему отзывался фишку. Ну ладно. Тут своя фишка.
Помилили нас. Спасибо, кстати. Внезапно так. Внезапненько. Давайте далее. Атака на 2. С угроза. Давайте. Вот так. А, он с ускорением. Ну, в любом случае, он нам сейчас не нужен. Ходи. Что такое есть? Скап лезвий, да? Я даже пропущу на 7, даже не посмотрю. Честно. Без проблем. Нет блоков. Пускай идет. Земля? Убить хочет? Окей. Давайте далее. Ведь атака. Раз. Два. На 6. Будет 10. Давайте здорового чувака с бадуна. Четыре, да? Так. Изгнали. Чисто наподроваться. Да-да. Нормальная тема. Скап. Да? Такая типа не растапывается. Окей. Тут мы можем 3 дамага, да, засадить? Чё бы нет? Давайте 3 дамага засадим. Сюда. Давайте атака на 2 пока что. И ход. Еще один скал. Классно. Классно, классно. Так. Так, у нас есть 7 ман. Можно, в принципе, чтобы этот не блокировал. 5-7. Вот так. У него будет один блокер всего лишь. Он ставит по 3-4. И он пройдет 2. Ну да. Мы так и сделаем. Это не блокирует. Так и 7. Стал блок. Ну да. Все четенько. Давайте следующую. Давайте следующую. А, брать приз. Так сколько мы уже заработали? 200 кристаллов. Погнали. Ну да, друзья, не забываю повторять, подпишитесь на канал. Потому что я вижу, что очень много, большинство народу смотрит без подписки. Вам не сложно, мне приятно, для вас контентик частый будет. Я вообще стараюсь записывать каждый день, что не каждый день это получается. Вот. Ой, одна земля.
Ой-ой-ой, две земли, то красные. Блин, так не хочу сливать из-за такой ерунды. Просто трындец. Ой, эти болты. Как я не хотел сливать. Господи, за мулиганов сливать катку — это просто самое худшее, что может быть. Один. Да. Один. Да. Угу. Ладно, что делать, давайте шлепнем. Давайте что, не будем пока шлепать никого. Пас. Мой ход. Пока не будем никого шлепать. Вот когда он пойдет в атаку. Или в конце хода лучше всего. Вот это вообще самый топчик. Да? Пас, иди в атаку. Иди, мой маленький. Иди, иди. Я не против потерять два хита. То ты вот этот ход не сыграешь. Еще раз. Вот этого мы шлепнем по-любому. Вот этого теперь и шлепнем. Этого приятнее шлепать. Далее. Конец хода. Угу. О, всадница, какая классная. О. Всадницу можно и убить. Угу. Давайте. Орда. Надо теперь что-нибудь топовое, да, у него изгнать. Прям вот эти две карты. И ходи. Есть контакт. И чё? И ничего. Так. Давайте. Демон. Нет, а так ходи. Оборзел, что ли? Совсем, что ли, обалдел? Пошел в атаку. Я тебя понял. Я тебя понял, бро. Что мне делать? Что мне делать? Обалдеть. Единственная наша надежда. Угасла, не начавшись. Давайте следующий. Ну, блин, мулиган до пяти это. Это прямо отчаянно. Это прямо отчаянно. Ладненько, друзья. Я думаю, что там уже владелец канала сам-то играет. Не знаю, судите сами. С вами был, как всегда, Дима. Канал МТГ Сибирь. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.